красиво. Я гуляю, дорогие друзья. Добрый день вам. С вами говорит Дора Люкс. И я желаю вам отличного настроения, хорошего дня. Выходите из своих коробок гулять, как я. Смотрите, какая красота. Я сегодня была на выставке художника алтайского. Я потом посмотрю, как я назвала его фамилию, не знаю. Но посмотрела хорошие картины такие. Вот, а сейчас я гуляю, видите, где красивое такое у нас есть место. Вот я сижу. Сняла, потому что жарко. И ноги устают в обуви. Здесь у нас расположен театр, вот, драмтеатр здесь расположен. Ну, а само место замечательное, такое красивое.